Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, Антон, и я продолжаю проходить Wolfenstein 2. The New Colossus. Я тут сразу заприметил автомат. Нужен перец. С Wolfenstein 3... Wolfstone, точнее, 3D, не Wolfenstein. Можем, в принципе, сыграть, почему нет? Какая реалистичная графика. Не то слово. Как давай эпизод первый. В игре. Да, дружище, ты и так в игре. I'm Death Incarnate. Давай попробуем. Ну, собственно, да. Ребята из Bethesda продолжают делать отсылки к самой первой игре в серии Wolfenstein. Как это было, например, в New Order. Напомню, там можно было во сне сыграть Wolfenstein 3D. Но, однако же, с современным оружием. Тут у нас даже оружие такое пиксельное, 3D-шное, 2D-шное. Правильнее будет сказать. Нации. Нации, кстати, по-моему, что-то в зеленых костюмах. В оригинале я не помню, в каких они были. Или в красных, или в песочных. Суть в том, что это действительно довольно рафляно. И, друзья мои, не буду скрывать, намного интереснее, чем тот геймплей, который был в прошлой серии. А в прошлой серии была лютая ссанина. Выжимка абсолютно всех самых дебильных аспектов игры. Включая убогую навигацию. Лютую совершенно сложность. Все, набрал боеприпасов. Я бы на самом деле вот в это лучше играл. Но я так понимаю, у нас скоро в игре финал. Вот он враг. Поскольку мы захватим Аусмерцер. Например, в New Order мы опять-таки захватывали молот Евы. И потом на ней бомбили крепость Черепа. Ух ты, я прошел! Ура! Рейтинг убийц 62. Секреты 0. Сокровища нацистов я не собирал вообще. Все, хватит. Наигрались. Выход. Yes. Of course. Так вот. Я приведу его в чувство, но не знаю, где искать руку. Да. Рука сбежала от Фергюса. Механическая, разумеется. Привет, брат. Как продвигаются поиски? Привет, брат. Боюсь, я ничем не могу помочь. Кэп, зацени-ка. Что такое? Что ты мне? Задание хочешь всыпать какое-то дебильное очередное? Не хочу. Не хочу я тебя слушать. Я хочу поискать руку. Дон Лаффи. Ох, задание. Найти руку Фергюса. Он наш пилот. Мы не можем ее не найти. Ну, по идее, может быть, она где-то недалеко? Эй, жутко, Билли. Твою мать, Фергюс. Почему ты вечно теряешь руку? Да, вот. Вот и не знаю я. Так, я уже куда-то ушел. Наверняка где-то это было в столовой. Жутко, Билли. Что такое? Или даже не в столовой, а вот здесь вот. Нет, не в унитазе. Подожди, а куда нам карта указывает? Может быть, Перрис мне подскажет? Эй. Потому что, скорее всего, это действительно через него нужно делать. Жутко. Эй, Перричек. Я ищу руку Фергюса. Ты не видал? Ну как? Я видел Фергюса вчера ночью. Эй, видишь вон ту пташку? Блин, чувак, не пялься! В общем, я хотел подарить ей эту розу и сказать что-нибудь романтическое. Ты же у нас романтик, да? Ну, так, иногда. Вот, чтобы не пошло. Она милая пташка, и я хочу показать ей, что я порядочный. Вот, как тебе, Мария? Я мечтал это сделать с тех пор, как увидел тебя. Потом я дам ей розу и скажу, эта роза – символ моих чистых намерений. Ты пойдешь со мной на свидание? Говори честно и от души.
Это главное. Ох, твою мать, я боюсь. Не хочу облажаться. Давай сыграю тебе для настроения. О, боже. Мария, я мечтал сделать это с тех пор, как увидел тебя. За кого ты меня принимаешь? Я... Ты меня уже задолбала, сраная тупая рука! Я тебе покажу, как себя вести! Значит, ты видел, как он рванул в ангар? Угу. Впервые видел, чтобы кто-то так злился. Спасибо. Билли, я кое-что знаю, тебе пригодится. Что, например? Что он пошел в ангар? Ты мне это только что сказал. Так. Фергюса в последний раз видели по пути на топливный склад. Может, он забыл руку там? Так. Карта. Что она нам подскажет? Ангар. Тир, полигон, мастерская сета. Но давайте будем искать в любом случае. Надеюсь, эта гнусная книга значит, ты был учитель. Так, тут у нас хакеры сидят. Я на дух не переношу дурные метафоры. Вот послушай-ка. Джордж копошился в ее розовом бутоне, словно мохнатый шмель. Фу, какая похабщина. Так, тут свинка. Тут наша комната с Аней. Так, тут у нас Сет заседает. Вамбата. Так, тут оружейный склад. Так, народ. Ой, деактивируем ловушку. А кто ее включил? Какой гений ее включил? Обалдеть. Так и улететь недолго можно. Так, какие у меня тут боеприпасы еще есть, так что вообще было тупо по кайфу. У Фергюса рука пропала. Да. Кажись, профессор сказала, что они с Марией подцапались. Иди спроси у профессора, она больше знает. Угу. А я вот, кстати, профессора видел. Неподалеку. Она Максу читала книжку. Да. О, милый, ты хочешь мне что-то показать? Макс. Угу. Может, этот Макс, кстати, только придуривается? Якобы он такой неадекватный, чтоб все с ним сюсюкались. А он еще и дело клапает за интимные места. Кстати, вот и ангар. Так, рука. Где ты спряталась? Рука. Ты руку Фергюса ищешь? Угу. Я слышал, он поругался с той французской красоткой, мадам Марией. Пусто. Зато нашел эскиз. Так. Тут ничего. Голос сказал, что рука Фергюса сердится. Сходите в ангар. Кстати, давайте подзарядимся. Раз уж я пульнул. Так. Стоять. А я что, не в этот ангар пришел разве? Видимо, мы разные ангары
представляем с разработчиками. По-настоящему разные. Все на борту, дружище. Нет. Я все правильно шел. Стоп. Как сюда нам пробраться? Как-то надо пробраться. Есть здесь где-нибудь запасной какой-нибудь потайной? Настолько? Настолько все должно быть интересно. Ух ты. Занятненько. Вот бы Биджей тут застрял где-нибудь и остался бы жить навечно. В вентиляции молота Евы. Было бы смешно. Я не видал руку Фергюса, Брэда. Да я на тебя никаких претензий не вешаю. Я ее сам уже нашел. Да, но рука себя повела правильно, я считаю. Сразу мацанула за сиську. Эту француженку. Можно, кстати, самому мацать, а потом списывать все на руку. Ты хочешь убить меня нахрен? Ну вот. Фирменный антипохмелин старины Хортона, как всегда, сработал. Какого хрена вы тут фигней страдаете, а? Нам разве не пора на инструктаж? Хорош кутить, Бласко. Невероятно. Уму непостижимо. Прости, что тогда наорал на тебя за футболку. Ты славный парень. Максос. Мои братья и сестры. Слушайте. Меньше чем через 6 часов фрау Энгель появится в прямом эфире в шоу Джимми Карвера в Голливуде, Калифорния. Пока этой суке лижут жопу в прямом эфире на всю страну, мы проникнем на Аусмерцер, отключим систему защиты Один и угоним ее корабль. А потом найдем эту сучку и грохнем. Что скажешь? Фрау Грейс, я расшифровала коды, которые Гербласковец привез с Венеры. Оказалось, это всего одно слово. Вальхала. Введите Вальхала в любой терминал Одина на Аусмерцере, и система защиты отключится. Хорошая работа. Теперь иди нахер, наци. Как я уже сказала, мы найдем эту сучку, и мы ее непременно... Грейс! Что? Молодец. Аплодирую. Больше не смей называть меня наци! Я не нацистка! Ты не имеешь права вешать на меня клеймо, будто я хуже, чем ты, будто я и не человек вовсе! Давай! Скажи, что я не нацистка! Ладно, хорошо. Поняла, ты не нацистка. А ты... Я люблю тебя! Неужели это не ясно, тупая... Дубина! И мне больно. Больно, что ты такой тупой и не любишь меня. Но скоро я вытру слезы. Возьму себя в руки и буду жить дальше. Потому что ты мне для счастья не нужен. Я только буду иногда мысленно использовать твое тело для удовольствия. И ты мне не помешаешь. Зигрун. Что? Да ухожу я, ухожу. Ну уж нет. Не глупи. Ты пойдешь с нами. Ну давай, Зиг, ты же спец, выкладывай. Надо лететь быстро и низко. Тогда Рада Родина не успеет нас вовремя заметить.
Оказавшись прямо под Аусмерцером, мы начнем быстрый вертикальный подъем. Это даст нам шанс выжить после первого залпа Одина. Если повезет, мы улетим прежде, чем Один наведет на нас ракеты. Ну что, работаем красиво. Бляха-муха. Тихо. Все? Погоди, Уильям. Прибежали. О, молодец. Спасибо. А у смерца летающая крепость генерала Энги. Вперед, Уильям. Я тебя прикрою. Опа. Летающее говно сбиваем. И начинаем тусить. Насколько можем. Аня мне наврала. Вообще не прикрывает меня. Ой. Граната. Ну уже тут родные пенаты, что называется. Это Аусмерцер. Мы тут уже были. Зигрун, мы внутри. На Аусмерцере находятся 3 центра управления Одина. 2 из них контролируют автосистему защиты. Центр Хугин отвечает за орудие на левом борту. Мунин отвечает за орудие на правом борту. Наконец, главный центр Одина управляет всем кораблем. Ясно. Как нам до них добраться? На полу в центре комнаты спрятан терминал. Этот терминал открывает дверь, ведущую к центру Хугин. Нашла. В другие отсеки, оттуда, где вы сейчас, попасть труднее. Открой на терминале схему корабля и поищи какой-то способ туда добраться, Аня. Я бы на месте Биджея, вот после всей вот этой вот заварушки, носил бы... Найди центр управления Хугин и отключи орудие на левом борту. Я останусь здесь. Попробуй понять, куда двигаться дальше. Носил бы Аню на руках. Она беременная и вышла на боевое задание. Ступай это вообще, дверь. Это вообще рофл. Это насколько нужно быть отважной женщиной, чтобы в таком состоянии, но быть рядом с мужем и помогать ему. Откуда? Откуда? Я понял, я ухожу. Аня, у нас проблема. Я справлюсь, Уильям. А я нет. Ужас. Кстати, зарядное устройство тут есть. Чтобы нам не зарядить наш лазер Крафтверк. Кстати, что насчет дробовика? Почему бы нам с ним не походить? Тем более патронов хоть жопой поглощай. Надо же тратить. Тем более, что нации с него откидываются довольно резво. Ё-моё. Это пришел суперсолдат с дизель-гивером. Ну давай, чучело. Бля. Больно, сука. Сдох. Хорошо. Это хорошо. Это здорово. Только нам тут еще весь корабль чистить. Хотя тут более-менее, ну, относительно весело и как-то более-менее спокойно. Не то, что в прошлых наших приключениях. Так. А я опять каньки вышел. Я просто дал кругаля ненужного.
абсолютно никому не нужного. Стоп. Брони это полезно. Брони это важно. Так. Идем правильно. Хоп. А куда я пришел? Ну куда-то, очевидно, я пришел. Как тут много ушлепков. Так. Гранатки. Какая песня. Прям песнь. Стоп. А можно ли как-то, извиняюсь, раздрочить вот это вот все? Или нельзя? Видимо, нельзя. Видимо, уже нельзя. Так. Бля. Я чуть штаны не навалил, если честно. Неслышный говноед. Бесшумная сволочь. Понял, не нажимаем, если что. Как он тут сидел? Хитрый козел. Так. О. Ну вот за это спасибо. Вот за это однозначно спасибо. Так. А, вот тут, наверное, можно подтянуться как-то, да? Да. Так, ну что? Будем пытаться? Тем более... Да ёп! Сука! Ох уж эти мне попытки. Будем пытаться и тут же провал. Да, могу, умею. Что еще сказать? Ну все, я почти труп. Поэтому не вижу смысла дальше пытаться что-то делать. А лучше побегаю. Поищу какое-нибудь полезное, опа, имущество. Типа аптечки, типа брони. И все в таком же духе. Так, ну стоп. Вот отсюда выходим. Все сдохли? Бля! Шестнадцать хп. Их всего 16. Выживу ли я? В этом как бы основной вопрос. И чтобы мои шансы повысились максимально, я предлагаю сохраниться. Как гвозди их шьют красиво. Ух. Просто чудесно. Просто перфект. О, броня. Просто по кайфу. Коды Энигмы дай мне сюда. Я хоть их и не буду использовать, но хотя бы забрать. Хотя бы это уже будет неплохо. Шокхаммер. Ой, в смысле, конечно, шокхаммер. Хаммер-гивер. Немножко не туда. Не в ту степь меня понесло. Это что? Это патроны для дробовика. Тоже не дурно. Ну-ка. В. А. Л. Х. А. Л. Л. А. Ж. О. П. А. Молодец, Уильям.
Орудия на левом борту отключены. Возвращайся сюда как можно скорее. Кажется, бле. Я знаю, как попасть бле. Целям. Молниеносная реакция. Просто реакция кобры. За эту игру, конечно, поднатарею я в шутерах. Да ёлки-палки, опять. Опять офицеры. Ой, фуфлища. Ёлки-палки, орудия, это не бздёвые у них тут стоят. Надо бы ребятам нашим быть аккуратнее. Рад, что я одного хотя бы ушлепками нусанул. Как? Слава богу. Слава богу, второй топор поставил жирную точку в этой истории. Так, ну, собственно, по этим местам мы тоже уже ходили. Тоже гасили нацистов. Ё-моё. Вы видите, какое там чудовище стоит? Бля, ну оно меня заметило? Поэтому тупо бежим. Тупо прорываемся. Да. Игра так игра. Поторопись. Что? Все? А, все, у меня... Вот. Блин. Как же приятно с хаммергевером ходить. Это приятнейшее оружие. Просто приятнейшее. Ой. Хорошо-то как. Надеюсь, Аньку там в плен не взяли. Не хотелось бы. Уильям, я здесь. А, ты здесь? Уильям, садись в транспортную капсулу на той стороне. Я изменила программу, чтобы нас доставили в верхнюю часть корабля. Оттуда попадем в центр управления Одином. Угу. Держись. Как же ты дышишь? Я люблю тебя, Уильям. И я тебя. Ё-моё! Твою мать, а он что-то плавит. Он над тобой! Ёп! Секунду. Я надеюсь, я с ним расправился? Есть еще одна шахта. Через нее ты сможешь попасть в центр управления Мунином. Тебе нужно добраться туда и отключить орудие на правом борту. А я пробираюсь в главный центр управления Одином. И опять зачем он достает оружие, которое мне не надо, чтобы он доставал? Вот что он сейчас сделал? Он сам по себе переключает оружие. Я ничего не нажимаю. Зарядочку. Если честно, думал, надо будет сейчас Аньку спасать. Быстро, реактивно. Но нет. Вполне себе и так справились. Анютка-то у меня баба-ураган. Сама кого хочешь, уработает. Да брошу я топор.
Нет, не добросил. А вот теперь добросил. Так, если уж на то пошло, куда мне надо именно? Прям так, чтобы определенно конкретно. Какую-то... Да как же так? Хотя, чё я удивляюсь, да? Тут же гора ублюдков. Просто сраная гора. Ну хотя бы у этого ублюдка будет лазер-гивер. Уже мы ему благодарны за это. Ух. Постреливают? Живой? Все. Так. Уильям, я скоро буду в главном центре управления Одином. Встретимся там, когда отключишь орудие на правом борту. А еще у кого-нибудь лазер-гиверы были? Или только... Или только такое? Оп, стоп. Вот. Хотя тоже не особо, да? Но их можно зарядить. Лазеры ведь заряжаются. И что бы то ни было другое. Поэтому зарядочку. И пошуршали. Уже надо бы захватить Один. Пусть будет под нашим контролем. Не сюда же, я надеюсь. Так. А, если не прямо и не вниз, то значит где-то наверху проход. Ну где офицерик? Вот он. Оп. Как я тебя, да? Подобрил, подобрил. Щетинку немножко выжег лазером, да? Чувачок. Все. А-Л. Ё-моё. Как же хорошо, что у меня лазер-гивер с собой. Не знаю, как бы я тут потел. А я бы тут потел. Может, хоть аптечку? Не, броня. А броня тоже хорошо. Уильям, орудие на правом борту. Хотел сказать, аптечку бы. Можешь вернуться в зал развертывания войск. Ёп! И залезть наверх по механической руке. Убьют меня сейчас. Я у входа в главный центр управления Одином. Там полно народа. Иди сюда как можно скорее. Да ё-моё, сраные суки. Вот уроды, бля, как же у вас много. Бля, ну все, Все, мы приплыли, господа. Это просто край. Это край. Добраться наверх. Это что вообще такое? Все. Это
Просто край. Я сейвлюсь. Я просто сейвлюсь. Спасибо за Хаммергивер. Все, что могу сказать. Там шоркается, ходит. Я ж слышу, что это еще не все. Вот оно, конечно. Мансует он тут передо мной. Нужно пробраться наверх. Ну, так уже вряд ли получится, конечно, как я забрался. Поэтому как-то надо все это делать более хитрым способом. Возможно, как-то вот так. Угу. Во. Вот он, широкий простор для мечты и для жизни. Он выкинул. Он выкинул оружие. Лучшее оружие в игре он выкинул. Сраный идиот. Так, ну подождем второго ублюдка. Все? Ребят, ну серьезно, офицеры, сейчас? Это действительно странно. Не хочу сказать, что это по-идиотски, но это странно. Чего? Какая же убогая игра, господи боже мой. Видимо, это главный центр Одина. Какая фуфлища. Да возьми ты, сука, оружие в одну руку. Просто крэп. Кусок подноса. Возьми. О, да это серьезный дядя. Разряжено уже. Неудивительно, что меня так херачили. Говно. В этот момент, друзья, у меня окончательно сгорела жопа, я уже не мог выносить эту игру, и я просто решил на монтаже замьютить дорожку со своим голосом и записать поверх нее уже какие-то адекватные более-менее комментарии, потому что в момент записи я вел себя совершенно неадекватно. Я матерился всеми вообще словами, какими только можно было выразить эмоции свои по поводу того, что происходит на экране. Какая всратая в этой игре сложность, и мне очень стыдно было бы, если бы вы это услышали. Поэтому я минусанул дорожку и сейчас записываю свои комментарии отдельно. На самом деле я поражен был, когда вот записывал прохождение Вольфенштейна второго, потому что я такой всратой системы сложности, всратой боевки, я не припомню, наверное, года... может быть, наверное, с 2010-2011, вот когда вышел, допустим, первый Black Ops, или там MV3, то есть вот я просто почему такие примеры привожу, в старых играх, и в частности в Call of Duty, допустим, или в Battlefield'ах тех же, ну давайте Call of Duty, раз уж мы взялись за нее, на чем основывалась сложность раньше в играх? Именно на агрессивности противников. Что я понимаю под агрессивностью? В первую очередь, это, конечно же, огонь по вам. То есть, грубо говоря, на легком уровне сложности противник по вам может выстрелить 30 раз. Давайте возьмем, да, условную ситуацию. Вы с противником стоите друг от друга в 10 метрах, у каждого по 30 патронов в магазине. Да, типичный калашовский магазин.
вы можете выстрелить друг в друга по 30 раз. На легком уровне сложности враг по вам выстрелит из этих 30 раз всего 10 и промажет при этом 7 раз. То есть, соответственно, 3 пули, всего 3 пули до вас долетят. На среднем уровне сложности он по вам выпустит уже, допустим, 20 пуль. И из этих 20 пуль до вас долетят только 10. А на тяжелом уровне сложности он по вам выстрелит все 30 пуль. И промажет только 10 раз. Соответственно, до вас долетят 20 пуль. Ну, 20 пуль на тяжелом, либо 3 пули на легком. Соответственно, есть разница. Я, если честно, думал, что вообще Игропром от такой системы уже ушел. А нет, ни хрена. Wolfenstein 2 2017 года выпуска являет нам такую картину очень четко и понятно. Это не игра, на самом деле, друзья. Это была большая ошибка проходить на сложности Жуткий Билли. Хорошо, хоть мозга хватило не проходить на сложности его воплощения смерти, потому что я бы эту игру бросил и дальше бы не стал проходить. При всем уважении к вам, к зрителям, которые эту игру просили и которые эту игру ждут и смотрят на моем канале. На самом деле, вот та охеренная боевка, которая была заложена еще в 2014 году, когда выходил New Order, она была полностью похерена в этой игре. Я об этом, конечно же, еще скажу в финальном слове, но вот в моменты, когда тебя просто окружают со всех сторон, причем невероятные враги, вот ублюдки с лазергиверами, причем с двумя лазергиверами, еще и бронированные, ну, это просто край. Это геймплейный, это моральный край. Дальше падать некуда, казалось бы. Но нет, ребята, вот разработчики нам завезли довольно прикольный финал игры. Вместо босс-файта, типичного босс-файта для многих игр, и в частности для Вульфенштейнов, те же, допустим, New Order и Old Blood, заканчивались босс-файтами. В New Order мы месили генерала Черепа, который облачился вот в такого здоровенного механического робота. И, соответственно, в Old Blood мы боролись с гигантским чудовищем генерала Отана, да, которое было сокрыто в катакомбах, в подземельях под деревенькой рядом с замком Вульфенштейн. Или, пардонте, не Вульфенштейн. Ну, в любом случае, я могу ошибаться, эксперты меня поправят, конечно же. Суть в том, что разработчики даже тут схалтурили. Они не стали прорабатывать геймплейную сторону, они забили болт на финал игры. Вместо действительно прикольного финала они завезли вот такую вот помойку, где нужно толпами, просто толпами сдерживать врагов. Они прут реально волнами, как в старых играх, тех же Call of Duty и Battlefield. Это просто край. В какой-то момент реально игра превращается в серьезного Сэма или в какое-то подобие Дума. Как видите, я постоянно сохраняюсь, буквально постоянно, потому что это единственный способ не гореть так сильно. И вот тут выходят вот эти вот сраные ублюдки, от которых просто анус плавится. Он реально плавится. И в какой-то момент я просто не выдержал, и я поменял уровень сложности. Не буду говорить на какой, но я действительно это сделал во время одной из склеек. Кстати говоря, вы, друзья, держите в памяти, что вот каждая склейка, между ними еще примерно минут 15-20 геймплея есть. Потому что то, что вы видите, это очень-очень-очень-очень урезанная версия. Чтобы вы понимали, примерно вот эту вот последнюю серию, девятую, я сел записывать без 15-12 ночи. А встал из-за стола я полпятого ночи, утра. Хрен знает, как это правильно выразить, но я сидел над этой серией очень долго. В частности, вот этот вот момент на борту молота Евы, когда нам нужно месить убер-солдат, вооруженных лазерганами. Это не финал для игры. Я потом еще, конечно же, в финальном слове скажу. Вот они, эти ублюдки, пришли. Абсолютно непобедимы, абсолютно. Посмотрите, я его заливаю. Я его заливаю просто из лазер-гивера, а ему похер. А ему просто похер. Он на своем убер-болту вертел все мои потуги. Причем их тут двое. Их двое, и они с двух сторон заходят. А я-то с лазер-гивером бегать не могу. Я не могу от них убежать никуда. И в этом как бы вся суть. Это просто понос. Вот они двое пришли, и все. И все, и накуканили меня. И так было, наверное, раз 20. Это просто мрак.
Это отвратительно. Это неинтересно. Это очень плохо. Я разочарован, на самом деле, от этой игры. И вот в этом моменте, да, я поменял уровень сложности. Как видите, теперь эти кретины, даже они даже не стреляют в меня. Они не попадают. Ну, вы видите, да, разницу между тем, что было полминуты назад, и тем, что происходит сейчас. Ну, как бы... Возвращаемся к истокам всех шутеров на планете. Ужас. Просто ужас. Давайте, друзья, я свою бомбежку даже сейчас, спустя время, прекращу. Дам вам досмотреть геймплей, и мы с вами встретимся уже в финале. Во время титров, когда я подведу... Я подведу итоги этого прохождения и этой... очень странной игры. Теперь ты старая и немощная, и сегодня твой судный день. Меня хватит. Ты как? Порядок. Охереть. У нас твой корабль, сучка. Глядите, фрау Энгель все было бонит по телеку. Я останусь здесь. Не могу участвовать в том, что сейчас будет. Ладно, Зиг. Ты это заслужила. Но остальные... готовы начать революцию? Я уже, если честно, не хочу ничего начинать. Я хочу просто закончить эту игру. Приступаем. Третья камера, сдвинься левее. Общий план. Стоп, Гюнтер. Подожди. Что? Гляди. Черт. Не прерывай эфир. Ну, дорогой, делай, что хотел. Угу. Господи, он же умер. Боже мой. Нет, я живой. Вы чуете, генерал? Это ваша погибель. Да. А все будет аккуратненько. Мы все сделаем быстро. Даже пукнуть не успеете. Фрау Энгель.
Спасибо. Вы слишком добры. Я должен сделать это лично. И мы сделаем это красиво. Задам вопрос, который у всех на устах. Расскажите, как вы казнили жуткого пи... Каково это было? Вас, наверное, переполняли эмоции? Ну, Джимми. Кто еще кого казнит? Как взмахнула. Какого черта? Ты же знал! Я лично отплатил башку! Я убила тебя! Леди, это все, что ты можешь. Тогда вам точно конец. Ты теперь среди волков. И это... Господи, взгляните на себя. Что? Набиваете брюхо? Сосисками? Бессмысленно пялись в фашистский ящик? Ржете, слушая вранье, которым они вас кормят? Ржете до блевоты. Этому конец. Да, сегодня всему конец. Братья и сестры Соединенных Штатов Америки, сегодня мы, вольные бойцы сопротивления, говорим: стань одним из нас. Они врут! Они врут! Они запугивают, они пытают, они убивают! Они заставляют вас подчиняться! Это убийцы! Они даже в мозг к вам влезли! Но если сегодня вы вместе скажете им правду... Значит, вы с нами. Верно. Если сегодня вы сможете выйти на улицы с ножом, или камнем, или просто со стиснутыми кулаками против них, значит, вы один из нас. Если сегодня, взглянув на свои руки, вы увидите, что они залиты кровью агрессоров, вы один из нас. Да. Если сегодня вы возьмете на руки ребенка и поклянетесь, что он вырастет свободным, то вы одни из нас. Вы не забыли? Они принесли эту войну на наш континент! Да, сестра. Они захватили нас! Они убивали, они казнили нас! Но знаете что? Сегодня они, наконец, осознают, на какую страну залупнулись братья и сестры Соединенных Штатов Америки! Мы выступим вместе! Никто и ничто не посмеет отнять нашу родину у нас сегодня! Пусть сдохнут! Сегодня ты один из нас! Вот и все, дорогие друзья. На этом мое прохождение подошло к концу, чему я безмерно рад. Я очень устал от этой игры. И на самом деле я рад, что она короткая. Она действительно довольно короткая, по крайней мере мне так показалось. Будь она чуть длиннее, я бы ее бросил без зазрения совести. На самом деле я не знаю даже, за что игру похвалить. Впервые у меня такое, что я реально не запомнил из этой игры ничего. Она ничем не запоминается. Сюжет... Он скучный, вот эта постоянная рефлексия Биджея, это нудятина, этот сюжетный абсурд про этих дебильных подпольщиков. Просто вот такой бред, как будто какой-то артхаус смотрю. Единственное, что мне на самом деле сюжетно понравилось, это история про семью Биджея. Это действительно здорово, это классно, и я чувствовал прям настоящую неподкупную ярость, просто ненависть к вот этому персонажу, отцу Уильяма Блашковича. Это было действительно здорово, но все остальное это полная блевань. Геймплейная игра отвратительна, сложность, я про нее уже говорил, это просто кусок говна. Плюс, мне кажется, еще и геймплей стал беднее, потому что нас лишили нескольких пушек, которые были раньше в New Order. Плюс некоторые механики опять-таки пострадали. И, в общем-то, геймплейная игра вообще, она, по-моему, стала хуже. Опять-таки, по моим ощущениям.
графически. Я бы не сказал, что игра стала как-то современнее, лучше. В любом случае нет пиксельных текстур, бумаги, разносов, посуды, как было в New Order. В любом случае, хотя бы за это спасибо. Это действительно приятно. По звуку, опять-таки, дубляж отвратительный. Биджей — это 0 из 10. Некоторые персонажи действительно дублированы очень хорошо. Допустим, тот же Сет Рот или Зигрун. Без претензий. Но все остальное очень плохо. И вот, собственно, и все. Бонусом ко всему в игре очень много заставок, на что я могу обратить внимание. Здесь, наверное, вот 30% вообще всего прохождения — это просмотр кинца. И это плохо, это плохо. Мало геймплея в игре. В игру мы не играем, а смотрим какое-то кино. Причем зачастую очень плохое кино. Вся игра какая-то, она очень серая, бледная, однообразная, как жизнь. Я реально не знаю, за что игру похвалить. Вот только вот под история с отцом Блашковича. Плюс в саундтреке играет неплохой ракешник. Это все, за что игру можно похвалить. Играть ли в нее? Нет. Поиграйте в Old Blood. Вы не разочаруетесь. Можете заглянуть в New Order. Поиграйте лучше в эти игры. В любом случае, спасибо вам, друзья, за то, что были со мной. Все это тяжелое прохождение. С вами был Антон. Не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Вступайте в группу ВКонтакте. Играйте в хорошие игры. Всем удачи. Всем пока. Берегите себя.